Христос воскрес за тех людей, кто мучен жаждой. Спаситель душу положил. О, пусть сегодня знает каждый, что Он воскрес, Он вечно жив. Куда девалась смерть и жало врагов притивших голоса, когда земля, как лист, дрожала, и мглой покрылись небеса. Разорвалась завеса в храме, и пошатнулись купола. На небесах, как на экране, сметнулась молнией стрела. Пускай был срезан спелый колос, но в эту трепетную рань Творца могущий властный голос сказал: «Воскресни, Сын, восстань! Христос воскрес! Исчезли тучи, а небосвод лучист и ал, и во гробах веками сущим Он жизнь навеки даровал. Аминь».